Привет, народ, с вами Финаргот. Я в Таиланде, как вы можете заметить, уже обустраиваю себе тут стримерскую. Но мне это не мешает открывать сундуки. Я хочу выбить эмблему, и это уже четвертая попытка. Как вы думаете, получилось? Нет? Пишите в комментариях. Но самое главное, конечно же, в конце вас будет ожидать розыгрыш. А что будет разыгрываться, зависит от того, что мне упадет. Поэтому поехали! Let's go! Погнали, понятно. Ну, начинаем мы по классике синевы. Посмотрим, может быть, Таиланд и местные серваки помогут мне выбить эмблему. Ну, а еще, конечно же, я хочу напомнить про наш сервис battlepass.ru, и мы недавно запустили гифты. Они появляются редко, но если вы их заберете, вам повезло, потому что... Они очень дешевые, 10% комиссия всего в сумме со всеми издержками составляет. Эти гифты можно подарить другу, активировать в любой момент на нашем сайте. Поспешите, ссылочка есть в описании. Ну и новый промокодик для вас, промо 1111, дает 8% скидку на обычное пополнение Steam. Вся информация, конечно же, и есть в описании. Да голосовалка же закрыта. Давайте пару четвертых тиров, и я как бы поспокойнее буду. Так, 10 сундуков мы открыли. Результат максимальный шит. Максимальный шит. О, и морталка выпала. За 1200. Самая дешевая, по-моему, морталка. Нормально, мне так один... Тут первый тир только и насыпает. Но как бы упало на третьего тира. Ну ладно, антимаг, кстати, плюс-минус окупает, по-моему. Один сундук. Таиланд, тир один, да, согласен. О! Сюда, еще одна. Третьего тира. За 20 сундуков, 2 третьего тира. Ну ладно, может быть сейчас еще одна третьего тира упадет. Ага, 100 раз. Две самые дешевые, причем третьего тира, это да. С тобой абсолютно согласен. Не, это на переплавку третий тир, как раз. В РФ не выбивается, да, эмблема? Дум. Не, честно, честно. Хочется, прям так хочется эмблему, пипец. Да что ж такое-то? Обнова, я думаю... 14-15 декабря выйдет с холодрыжеством. Я делал про это шорт. Так, минус 30 сундуков. Результат пока, мягко говоря, плачевный. Но мы не расстраиваемся. Мы движемся к цели. У самурая есть только путь. Здорово, Джой Доктор. Успехи? Ну вот, ты же видишь, пока плачевные. Так, Undying, окей. 40 сундуков, 3 третьего тира. И все практически остальное первого.
Видали, какой зеленый сет первого тира? Не, ей-богу. Мы близки, я вот прям, у меня чуйка. У меня чуйка есть, что четвертый тир точно выпадет за эти 55 оставшихся сундуков. Вот тут. О, еще одна третьего тира. Так, у нас практически половина. Должен, но не обязан. Да нет, обязан, обязан. 50 сундуков прошли, 4 третьего тира. 4, я что, я 3 показываю. Антимаг. Так, ну пока что-то 6 сундуков говномочи. Что-то моя вера начинает потихоньку увядать. Сорок сундуков. Да ну что такое, ну блин. Дай четвертый тир. Я уже не надеюсь на эмблему. Ключи молитвы какие? Из этого? Из Геншин Импакта? Остается совсем мало сундуков. Одна треть. Какой дымок? О чем ты? Почему Илону маску? Зачем им Илону маску молиться? Вау! Ну это, кстати, самая дорогая, по-моему, имморталка. Не самая, на кого самая? А, на фантомку точно. 25 сундуков осталось. Одна четверть. Да ну чё такое-то, а? Блин, реально, сколько роликов выйдет, где я выбиваю эту эмблему? КС бы я бы уже выбил нож 100%. Я знаю. Ну слушай, там как раз в КС стены просели, я слышал. Ну, я нож уже хочу выбивать, когда хоть что-то в КС выйдет, понимаете? Старые сундуки как бы нормально, но задолбало отсутствие. Пятнадцать сундуков, 14. 12 сундуков. 11 сундуков. Здорово, как здоровье? Лучше намного. 10. 9. 8.
7 6 5 4 3 2 И последний сундук, давай сюда последнюю синеву и пойдем плавить эту мочу. Да, кстати, ставочку можно рассчитать. Ты же все равно плавь все до последнего, ты же все равно будешь еще открывать. Ну, кстати, согласен, да. Но я хочу сначала эти. Ну, хотя го. Просто это долго, вот он. Да, да, да. Согласен. Боже, как же тяжко идет. О, ровно. Супер. $203, 500 рублей, но вот рики вообще нельзя плавить, 183. Луну тоже нельзя плавить, она вообще по 600. Тинкер по 300, антимаг по 247, дум по 190, инча по 183, венга по 200. Это я помню, что херню стоит. Это я помню. Да, это тоже. Это тоже. Тоже. 240. 200. Блин, а эти все дорогие. Ну ладно, этот еще можно поплавить. Так, и течка. Нет. Нет. 240, да? 4 слота за 712. А чё так? Это он что мне предлагает? Не понял. А, понял. Так, сейчас.
Да я вижу, что он сразу добавил. Пошел ты в жопу. Блин, просто худшие шмотки падают. 2500. Вот, 1200. Так, еще две надо каких-то докинуть. Но эти не буду, они подороже прям. Эти понятно. Эти 2500, это вообще 3. Ну давайте вот самые дешевые. А, у меня, кстати, может не хватить сейчас там бабок. Да, у меня час. Сейчас мы быстро все сделаем через, блядь, battlepass.ru нахуй. Что такое? А что? Да и да, я возьму две головы андайнга, бахну, потому что... Так, ну что, у нас 50%. Я напомню, что там 4 набора 4 тира, и самое лучшее — это снайпер и сларк. Самое худшее — это джаггер и бабка. Худшая бабка, джаггер еще плюс-минус. Вот. Хочу снайпера. Чтобы было что разыграть крутое, да? Поехали! Нормально, 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 нормально пойдет. Еще один сларк. Хе-хе. Show details. Тут не показывает, сколько он на торговой площадке стоит, но тут можно тут посмотреть. Вот. Сларк примерно 16200, а снайпер 19180. Вот. Блин, хорош. Получается, еще одного сларка разыгрываем, дамы и господа. Когда я выбью эмблему, никто не знает. Возможно, никогда. Розыгрыш по традиции, конечно же, сет на сларка уже во второй раз. Ну а помимо этого, 10 счастливчиков получат по 1000 рублей на Steam либо на карту, и пятеро по 5000 рублей на Steam либо на карту. Как принять участие? Все очень просто. Ставь лайк данному ролику. Второе, подпишись и включи уведомления в колокольчике, если еще этого не сделала. У нас скоро холодрышство, много контента и розыгрышей. Ну и третье, оставь комментарий и напиши, чего ты ждешь от холодрыжества, и укажи свой никнейм, либо телеги, либо ВК через собачку. И все, жди, буквально через полторы недели мы узнаем результаты, а я за это время постараюсь выбить еще одну эмблему и устроить еще один розыгрыш. В общем, продолжаем лудить. Но я не оставляю надежды на то, что я выбью эту чертову эмблему. Я это сделаю. Я надеюсь, вы верите в меня тоже. С вами был Финаргот, и до скорых встреч.